Старый пароход. Николай Васильевич Гоголь. Этому пароходу 111 лет. Он еще, наверное, на дровах работал. Вон там колесо есть, которое вращается. Представляете, какой старый пароход. А это чтобы видно было, что я еду на этом пароходе. Плывем на пароходе. Вот такой ход. Смотрите, колеса. Это да. Вот это старина. Надо же, вот в Архангельске вот такие вот тротуары деревянные. Ой, как интересно. Это да. Прям старый русский город. Петр Первый ведь строил. Город Архангельск. Смотрите, какие мостовые еще здесь интересно. Деревянные. И дома. Старые. Как старинный русский город при Петре. В Архангельске остались вот такие деревянные мостовые. Тут их столько много, мне так приятно по ним ходить. Представляешь, тут такой же пляж, как Каспий. Я тебе сейчас покажу. Видишь? Море. Там пляж, песок такой белый-белый. Как Каспий прям. Нахожусь в порту, в морском. Вот ледокол. Первый раз в жизни ледокол вижу. Северная Двина, город Архангельск. Смотрите, какая красота. Отдыхаю. Вот театр имени Ломоносова, город Архангельск. Иду брать билеты на Хануму.